А вы знали, что путешествия в будущее на 100% возможны, и это можно доказать. Допустим, новая ракета Илона Маска способна двигаться со скоростью света 270 миллионов метров в секунду, и у него только что родились два ребенка-близнеца. Илон решает провести небольшой эксперимент, сажает одного из своих детей в ракету и запускает в космос. Ракета летит по прямой в течение 5 лет, затем разворачивается и возвращается обратно. Все это время она движется с максимальной скоростью. Когда ракета приземляется, из нее, как и ожидалось, выходит 10-летний мальчик. Однако его близнецу, выросшему на Земле, на тот момент будет уже 23 года. Иногда законы физики могут быть более странными, чем мы можем себе представить. Как тебе такой эксперимент? Напиши в комментарии. Кстати, там же ищи мой тайный закрытый канал по космосу. Ну или в шапке профиля.